И всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас распаковочка снова. Это посылка с eBay. Я только сегодня узнала, что мне ее заказали. Вот. Я знаю, что там лежит. Там лежит книжка, но я не буду пока рассказывать, какая. Вот. Для начала давайте я вам покажу. Видите, надпись eBay. Какая-то печаточка. Ну и сам размер посылки. Ну, ничего интересного. Берем нож, ну или канцелярский, и разрезаем. И себя тоже немножко можно подрезать, чтобы было мясо человеческое. Я шучу. Так. Будем надеяться, там ничего кроме книжки нету, крупного такого. Открыли. Так. Ура, мой любимый. Пупырчатый бумага. О, блин. Коробочку в сторону. Пупырчатая бумага. Много пупырчатых. Какая-то штука прикольная. Офигеть. Вот она. Посылочка. Вот тут полиэтилен, код. Такой типа кирпичик, но просто непечатанный. И вот тут вот ходить какой-то там. Ну, типа 3D-шный бук, за поп-ап-бук. Не знаю. Зомбики какие-то. Давайте открываем. Мне уже самой что-то интересно. Ух ты! Как страшно. Давайте посмотрим. Сзади. Вот тут и вот тут так круто сделали. Ну-ка, а вот тут на пленке как-то мне показалось по-другому. Странно. А, нет, вот. Вот, да. Я подумала, почему по-другому. Это вот так было на картонке? А это вот так, как будто какой-то хоррор. Дверь. Ну чё ж, открываем. А, как страшно. Жесть. О, господи. Это стрёмно. Это реально стрёмно. Тут такая как бы бабулита или кто это. Ну-ка, глазки у нее там. И ротик. Не ешь меня, стрёмный ты человек. Ух ты. Люди, я хочу это открыть. Круто. Давай сейчас перейдем поле все это помещение. Вот, смотрите. Тут что у нас? Вот такая вот тетенька стрёмная. Давайте посмотрим, что у нее там внутри. Так вот она выглядит тут. У нее такой зад, перед кишки вылазит. И вот, если вот за это вот потянуть, то там... Вот так вот. Руки чьи-то. Так, как это теперь закрыть? Вот так закрываем. И давайте сразу же. Вот так. Офигеть. Как это стрёмно все выглядит. Круто. Ну-ка, тут танк такой. Типа, сейчас. Ух ты! Ну-ка, я поняла. Это вот так вот выглядит. Как бы там люди такие. Ну-ка, тут больше негде подергать. А, нет, вот.
такая дорога, люди. Вот так они выглядят. Не сзади они не так круто выглядят, как спереди. Ну-ка. А нет, вот тут еще что-то. Нет, вроде бы там ничего нет. Так. Давайте перелистнем. Поставьте лайки. Я сумасшедший дед. А это... А, типа так. Тянешь? Ну-ка. Как тогда? А. Круто. Это такая вот прозрачная пленочка. Вум-вум-вум. Господи, это так прикольно, но так стрёмно. Офигенно. Ну-ка, это. Это, по-моему, никак. А, нет. О, смотрите, какую потайную штуку я нашла. Это ж читать как круто. Ну-ка, а тут что? Нет, ну тут, по-моему, ничего. Да? Да, тут ничего. Продолжаем. Там же вам все видно. Вот. Ух ты. Блин. Там. Тут у нас что? Давайте откроем. Тут вот такой вот лесушек, что ли. Типа читаем. Ты. Я даже сама что-то... Интересно, есть такая версия на русском? Что такое почитать? Смотрите, типа тут такой пол проваливается. И... Все рушится. Угу. Что тут у нас такое? Интересненькая. Тут сетки. Танк. Танк такой странный. Да, это танк, в котором показаны взрывы. Сзади это все выглядит вот так вот. Ух ты. Тут люди. Тоже вдоль. А, это тюрьма. Ну-ка. Вот так вот тут. Дергаете, открывается. Типа, выпускаем вас всех наружу. Вот. Такая вот штука прикольная. Теперь такое можно руками сделать? Было бы прикольно. Так, ладно. Там еще, по-моему, две странички, так что. Если кто-то хочет продолжение, хотя подождите, еще рано прощать. Блин, что-то, по-моему, тут немножечко пока речь. А вот все. Если кто-то хочет продолжение, поставьте лайк и напишите, я хочу продолжение. Если под этим видео наберется 6 лайков, то я сниму продолжение. Вот. Смотрите, тут такой вот человечек. И тут вот так вот. Ну-ка. Ну, вроде бы все. Ладно. Прикольная книжка. Сейчас давайте проверим. Все. Или мы подергали, потыкали. Ну. Вроде бы да. А, нет, смотрите. Тут... О, офигеть! Смотрите, что я нашла. О! Какая стрёмная хрень. Господи.
Ну тут вроде бы все. Потыкали. Так, закрывайся. Чмокозаер. Чмокозаер. Не, ну тут вроде бы все мы потыкали. Ну тут, я думаю, невозможно что-то сделать еще такого крутого. А, какая она стрёмная все же, но прикольная. Ну а ты-то должна как-то. Don't open. Нет, ну это понятно. Ты вот так тянешь. И они вот так вот такими чуваками становятся. Ну ладно. С вами была Полина, и это крутейшая книжка. Всем удачи, всем пока.